Благодарение небесам! Закончен день, и признаюсь вам, господа, я устал. И что-то ноет моя хромая нога. А что помогает моей ноге? Мускатное венцо. Так что идемте в кабачок на улице Старой Глубяни. Не торопитесь, вам есть письмецо, господин. Нет, нет, сударь, не торопитесь, вам письмо. А? Что? Кто-то зовет меня? Ах, это вы, Брандуан, а я совершенно вас не заметил. Как ваше здоровье? Хорошо, вы говорите? Ну, очень рад. До свидания, Брандуан. Я очень тороплюсь. Вам письмо, и кроме того, пакет. В пакете роли, я вижу это, ибо уже не однажды видел роли в пакетах. Итак, отложим это до утра. Ибо утро вечера мудренее, как и говорит философия. Все это очень хорошо. Я и сам люблю заниматься философией. Но сейчас не имеет времени. Так как господин директор просил вас немедленно взять это дело. Немедленно? Да, я это предчувствовал. О, Брендуан, прощай, старый голубятин, на сегодняшний вечер. Ну, дорогой Брендуан, в благодарность за это письмо получайте роль Брандуана. Помилуйте, сударь, я никогда не играл на сцене. Тем интереснее вам будет. Нет, сударь, помилуйте. Я не актер. Я слуга господина директора. Слугу и будете играть. Тем более, что господин Мольер явно вас и описал. Не утомляйте меня, Брандуан. Сзывайте труппу. Я долго буду дожидаться? Не отдохнуть, не дадут, ничего. Ну что, отыгрались, мы отдохнули. Что, отыграли, сколько можно? Понятно. Тише. В чем дело, хромой? Новая пьеса. Завтра спектакль у короля в Шамбуре. Итак, Мольер болен. Я поведу репетицию. Прошу вас, не кричите. Я ничего не слышу. Итак, я буду краток. Господин Мольер заболел, и я буду играть главную роль Жордена. А соль в том, что я сошел с ума. Ну, это я уже давно стала замечать. Я хочу сказать, я, то есть Журден, парижский мещанин, богатый человек, помешался на том, что он знатный дворянин. Вот и все. Госпожа Мольер осталась с молодым господином Мольером. Поэтому роль моей дочери Люси будет играть новая актриса Люси. Люси, вы можете репетировать? Пользуйтесь текстом. У вас текст. У вас. Клеонт. Ее возлюбленный. Госпожа Дебри. Маркиза де Лимена. Дорант. Маркиз Дорант. Мошенник. Извините. Госпожа Буваль. Николь. Служанка Люси. Слово. Все понятно. Дюкрази. Педант. Философ Пантрас. Кавьель. Хитрый, умный слуга Клеонта. Нотариус.
моя старая и верная жена, госпожа Жуклен. Ох, как мне надоели такие роли. Ну что ж, начнем, пожалуй, репетицию. Госпожа Суфлер, вы готовы? Готовы, господин Держатель. Позвольте, я текст отдам новой актрисе. А дело-то вот в чем. Утро. Начинается день господина Журдена. Начали! Матюшки, этого не хватало. Господин Журден, ваши учителя подрались. Они чуть не убили учитель фехтования. Что? Зачем, что за дар, господин Журден? Мне кажется, у нас тут избивают человека. Чистейшая правда, господин философ. Они чуть не ухлопали учителя фехтования. Философия учит нас избегать решительных суждений. Вам может казаться, а факт может и не существовать. Ну и так, на каком... Спасибо вам за это открытие, но позвольте, а в театре я бы хотел, чтобы было как в театре. Все равно, или стихами, или прозой. Пошли вон из моего дома! Кажется, это ваша супруга. Увы, на сей раз это вам не кажется. Это она на самом деле. Прозой, умоляю тебя, не устраивай скандала при учителе. Это что в доме творится? Крошка моя, успокойся. Крошка? Какая я тебе крошка? Ты еще смеешься надо мной. Вот какая пошла проза, господин философ. Перейди к этому уху. То есть нет, не переходи. Не гневайтесь, сударь. Ой, этот шут еще вмешивается. Что ты говоришь? Это философ Панкрас. Сударь, мы закончим урок в другое время. Видите... Да, вообще-то, кажется, я вижу. До свидания, господин Журден. Это что происходит, а? Что в нашем доме делается? С утра безобразие. Какие-то шуты гороховые, учителя дерутся, музыка. Ну, соседи стыдно. Почтенный человек, ты совершенно ополоумел с тех пор, как вообразил, что ты знатный дворянин. Вместо того, чтобы заниматься своей лавкой, он куролесит. Невежественная женщина. Кто такая невежественная женщина, а? Нагнал полный дом всякого сброда. Один только этот знатный проходимец чего стоит, который сосет из тебя деньги. Этот мошенник. Кто такой этот мошенник? Маркиз Дорант. Мой любезнейший, господин Журден, как ваше здоровье? О, маркиз, какая честь! Мое здоровье превосходно! Прежде всего, накройтесь ляпой, а то вы простудитесь. Ни за что. Да. Если вы это не сделаете, я вынужден буду уйти. Вы? Удалиться? Да. Ну, я надеваю эту шляпу. Но, боже мой, как прекрасно вы выглядите, как вы великолепно одеты. Вот именно так по утрам одеваются придворные кавалеры. Я похож на придворного кавалера? Да пусть отсохнет мой язык, если вы не похожи на придворного кавалера. Если бы у вас отсох язык, маркиз, я умер бы с горя. Если бы вы умерли, то я бы тотчас же умер сам и тоже с горя. Позвольте, я поцелую вас.
Ни за что, Матис. Я не могу допустить этой чести. Нет. Идите сюда. Сегодня утром я проснулся с ощущением, что мне предстоит что-то очень приятное. Да. И я подумала, поцелуй-ка я господина Журдена. Вот одна щечка, муа, а вот вторая, муа. Ах, как молодец. Вот мерзкий подлиза, а? Госпожа Журден, я вас не заметила. Ну, пожалуйста. Вашу ручку, госпожа. Да не беспокойтесь. Госпожа Журден. Так вот, милый мой Журден, я приехал, чтобы свести с вами счет. Пошло. Видала, какая ты свинья? Да. Сударь, в этом нет никакой необходимости. Нет. Я привык быть очень аккуратным в своих делах. Так сколько я вам должен? Я составил маленький мемуарчик. Так. Вот он. Вначале вам было дано 200 ливров. Совершенно верно. Далее, по трем счетам вашим, я уплатил портным 5000 ливров. В магазины сидельному мастеру всего 15800 ливров. Прибавьте сюда еще 200 ливров, которые я возьму у вас сегодня, и получится ровно 16000 ливров. А? Боже, какой мерзавец! Виноват, сударыня? Да нет, ничего. Это я просто сказала, что господин Журден дурак. Какой же он дурак. Он очень умный человек. Фу. Слушай, Матис, я сейчас их вам принесу. Прекрасно. Замечательно, прошу. Да, он еще не знает, влюбленный в Дорнену, что я сделала без предложения. А вообще-то дела мои плохие, сударыня. Да, сударыня, очень плохие. Да я вообще пухну, можно сказать, с голода. Уже менять надо весь гардероб. Потому что если я не женюсь на Дермене и не захвачу ее состояние, то кредиторы разотрут меня в порошок. Это кошмар. Я понимаю, что не очень хороша моя роль. Но что делать, господа, что делать? Господин Журден, прошу. А, какая прелесть. Что-то мне несете? Да. Может быть, это вас несколько затрудняет? Ничуть, Маркиз. Для вас я готов на все. Замечательно. А может быть, я чем-нибудь могу вам быть полезен? Я бы хотел узнать, Маркиз, относительно... Так, я понял вас с полуслова. Вы хотите узнать, как чувствует себя маркиза Дорадена, в которой вы влюблены? Она чувствует себя превосходно. А это кольцо? А, я знакомил вас с полуслова. Вы имеете в виду то кольцо бриллиантовое, которое вы подарили ей, передав через меня? Вы угадали. Она в восторге. А скажите, когда? Я понял вас с полуслова. Не нравится мне этот разговор. Николь, иди подслушай, о чем они говорят. И завтра я намерен пригласить ее к вам на обед. Неужели меня ждет такое счастье? Ждет. Я думаю славить мою драгоценную супругу. Ах, дрянь! Я вас послушаю. Уйдете, что ли? Вот, сударыня, видите? Не беспокойся, моя милая Николь, я тебя награжу. Так о чем говорили эти подлецы? Сударыня, ваш драгоценный затевает шашни с некоей маркизой Дориной. Вот мерзавец, а! Не прошло и 24 лет, как мы женаты, а он уже разлюбил меня. Не расстраивайтесь, сударыня. Ой, да я и не думаю расстраиваться. Просто я беспокоюсь, что он спустит все наше состояние, и моя бедная дочурка останется без приданого. Ну вот что,
Так дальше продолжаться не может. Немедленно посылай Брандуана к Леонту, чтобы тот спешил и сделал Люсиль предложение. Лечу, сударыня. Иначе все погибнет. Лечу. Брандуан! Брандуан! Чего тебе? Беги сейчас же к Леонту. Барыня велела. И зови его сюда. Нечего бежать. Вот они, сами идут сюда. Ой, как вы кстати, господин Крион. А мы уже хотели за вами посылать. Здравствуй, Камье. Пошла ты к черту. Что это значит? Отправляйся к своей вероломной барышне и сообщи ей, что Клеон не позволит смеяться над собою. Ну, поздравляю. Наш хозяин спятил, и эти двое тоже. Пойду, расскажу барышне. Вот настоящая злодейка, а? Иуда! Укажи мне, Кавьель, хоть кого-нибудь на свете, кого бы я любил так пылко и нежно. Никого, сударь, указать не могу, никого! Я не видел ее 2 дня. И эти 2 дня показались мне ужасными столетиями. Наконец счастливый случай сталкивает меня с ней на улице. Я бросаюсь к ней. На моем лице было написано... Что было написано на моем лице? Радость и страсть были написаны на вашем лице, сударь. И что ж, изменница отвращает от меня взор и проходит мимо меня так... Как будто видит меня впервые в жизни. Ничего, что ко мне? Ничего. То же самое проделала со мной Николь. Это после тех слез, которые я столько раз проливал у ее коленей. Что слезы, сударь? Сколько ведер воды я перетаскал ей из колодца? Сколько раз я горел в огне моей страсти? Сколько раз я жарился вместо нее на кухне, поворачивая за нее вертел? Нет меры моему негодованию. Какая уж тут мера, сударь? Брони ее ко мне. Ругай, рисуй мне ее в таком виде, чтобы я поскорее забыл о ней. С удовольствием, сударь, с удовольствием. Она глупа, сударь! Как ты смеешь? У нее... Тончайший ум. Позвольте, сударь, вы же не даете мне ее ругать. Нет, нет, ругай. Она капризна, сударь. Ну, ей идут ее капризы, пойми. Ну, хватит, сударь, я устал. Пусть вам ее ругает кто-нибудь другой. Я не хочу с ней говорить. Помни ко мне ни одного слова. Будьте покойны, сударь, ни слова. Что означает ваше поведение, Клеон? Что с тобою, Кавьель? Вот настоящая злодейка. Я же говорил, Иуда. Ты права, Николь. Они оба сошли с ума. Если вас расстроила вчерашняя встреча, то позвольте... Я объясню, в чем дело. Нет, я не хочу слушать. Да я тебе объясню. Нет. Вчера утром. Нет. Утром вчера. Отпрыгни. Леон, остановитесь. Довольно лживых песен. Постой, Камье. Заранее говорил, вранье. Ну хорошо. Раз ты не желаешь слушать, идем, Николь. Идемте, барыш. Ну, извольте объяснить ваш поступок. Ну-ну. Нет, мне не хочется говорить. Я прошу вас. Ну-ну. Оставьте меня. Ну-ну. Не-не-не. Так вы уходите, но знаете жестокое, что я ухожу от вас. Чтобы умереть, Кавьель! Сударь, я ныряю вслед за вами! Остановись, Клеон! Постой, Кавьель! Стою! Слушай же, я шла вчера утром с отцом.
А он мне запретил кланяться на улице, кому бы то ни было, кроме маркиза. Я боялась даже кивнуть ему. Вот какая штука! Вы не обманываете меня, Люси? Клянусь, нет. Но вы-то любите меня? Ох, Клео. Камье! А, Клеон, я рада вас видеть. Милая госпожа Журде. Ой, Клеон, я расстроена. Что вас так огорчает, сударыня? Да огорчает меня один идиот, Клеон. За что такие слова, сударыня? Помилуйте. А, ну что? Да я не о вас говорю. Стало быть, обо мне. Дружок мой, этот идиот мой муж. Как не горько мне в этом признаться. Спятил он окончательно с тех пор, как вообразил, что он знатный дворянин. Делайте скорее предложение дочке. Она вас любит, и вы мне также очень нравитесь, пока он не спустил все наше состояние. О, как мне сладки ваши слова, милая госпожа Журден. Сударыня, прошу вас, у меня тоже есть мои планы. Я люблю вашу служанку Николь. Надеюсь, вы не учините никаких препятствий к моему браку. А да не учиню, отстань. Я сейчас позову господина Журдена. Журден! Журден! Мне кажется, что ты кричишь, матушка. Сударь. 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 Я прибыл к вам для того, чтобы сообщить, что честь быть вашим зятем так велика, что я не мог удержаться от того, чтобы не попросить у вас руки вашей дочери. Очень приятно, но позвольте, прежде всего, на каком языке вы желаете разговаривать со мной? На родном языке. К тому же я не знаю никаких других языков. Тогда перейдите к этому уху. Это ухо предназначено у меня для родного языка. Слушаю, сударь. Итак, вот какие дела. Итак, сударь, я бы хотел жениться на вашей дочери. Виноват. Вы хотите говорить со мной стихами или прозой? Прозой. Я не умею говорить стихами. Ах, как жаль. Ну, слушаю вашу прозу. Сударь, я хотел бы жениться на вашей дочери. Это возможно. Мы обожаем друг друга. И это возможно. Ну, что вы на это скажете? О, сударь. А это невозможно. Почему? О, сударь. Я спрошу вас, вы дворянин? Я спрошу вас, вы дворянин, сударь? Нет, сударь. Я не привык лгать. Я не дворянин. Камье. Что с тобой? Ничего, сударь, ничего. Говорите, худенько, умненько. Да, сударь. Я не умею лгать, я не дворянин. О, Господи! Я уважаю вас, сударь, за прямоту. Придите в мои объятия. Только дочку свою я вам не отдам. Да почему? Я твердо решил выдать дочь только за маркиза. Вот какая вышла проза. Простите меня, сударь. Простите меня, сударь, мне нужно отдать некоторые распоряжения моим многочисленным лакеям. Имею честь. Что ты скажешь? Ну что ты на это скажешь, Кавье? Стихами или прозой? Говоря стихами, сударь, вы болван. Как ты смеешь? Да чего ты смеешь, сударь? Вы на всю жизнь останетесь холостяком. Мне противна глупость, ведь вам же ясно было сказано, стихами или прозой на родном языке и в то самое ухо, какое нужно, что вы имеете дело с сумасшедшим, а? Позвольте, сударь, расчет.
Я ухожу в служение к маркизу, и вообще мне нужно жениться. Оставить меня в такой момент, Кавье, ну выдумай что-нибудь. Кавье! Постойте, постойте, сударь, не мешайте моей мысли зреть. О, придумал. Ты гениален, Кавье. Да-да, я гениален. К вечеру, сударь, я превращу вас в знатного господина. Да как это мыслимо? Это мое дело, сударь, это мое. Ну что мне наклёт? Что? Ах, госпожа Рубер, он отказал. Не может быть! Вот проклятый сумасброд! Ну я ему сейчас покажу! Журден! Журден! Мне кажется, что ты кричишь, матушка. Да? Ты почему отказал Клеонту, хорошему человеку, которого любит твоя дочь? А он мне и самому очень нравится. Да, я люблю его. Да, любит, любит, да. Ну и что, а он что, не любит? Бесспорно любит, только ты не кричи так. Ну так что же ты? А выдать нельзя. Горе, но выдать нельзя, не маркиз. А вы сами, сударь, маркиз? Ах, вот и ты. Да, тебя только не хватало. Я не маркиз, к сожалению, но я вращаюсь в обществе маркизов и буду вращаться только среди них. Я не позволю сделать свою дочь несчастной. На меня. На меня. Или Клеонт, или никто. Господи. Отец. Если вы не дадите согласия на этот брак, я покончу с собой. Господи, вы меня замучаете. Я несчастная, мама. Я ухожу. Куда ты, бедная крошка? Или топиться, или к тетке. Давай, Николь, заодно не выпускай ее. Вот, господа, полюбуйтесь на этот сумасшедший дом. Брендован! Принеси мне компресс на голову. Сударь, там маркиз Доран какой-то дамы, спрашивает вас. Это она, боже, это она, проси сюда. Ой, то есть нет, подожди, подожди, то есть нет. Ой, боже, ведь я не одет. Ой, скажи. Проси сюда и скажи, что я сию же минуту выйду. Доран, я боюсь, что поступила опрометчиво, придя с вами в незнакомый дом. О, Дормен, ну посудите сами, где бы мы могли спокойно пообедать, избежав трясу. И кроме того, маркиз, я прошу вас, не покупайте мне подарки. Например, это дорогое кольцо. К чему это? О, Дремена, где же там наш хозяин-то? Эй, а, вот он, прошу вас. Господин Журден. Сударыня, как благодарить мне вас за ту честь, которую я имел честь, когда вы оказали мне честь меня посетить. Такая честь, маркиза! Господин Журден, маркиза не нуждается в ваших комплиментах. Господин Журден вполне светский человек. Да, вполне, вполне. Молчать, не говорит ничего о конце, не спрашивает, это не по-светски. Но мне хотелось бы узнать, понравилось ли ему ей. Нет. Вы даже не смотрите в эту сторону. Делайте вид, что вы его не замечаете. Вот досада. Вы смотрите на мое кольцо? Не правда ли оно великолепное? Даже и не думаю смотреть. И при том, это такой вздор. Пустяковое колечко. Господин Журден, вы очень избалованный человек. Такие бывают кольца. Черт тебя возьми. Брендован! Чего изволите? Ну
что же обед? Все готово, сударь. Сударыня, разрешите мне просить вас, какая честь, мой скромный обед, отобедать. С большим удовольствием, господин Жорден. Господин Жорден славится своими обедами. Как великолепно все устроено у вас. Такие ли еще бывают обеды? Да, такие еще апартаменты. Честная компания, вот оно что. Когда хозяйки нет дома, хозяин проматывает свое состояние в компании с какой-то развеселой дамочкой и ее поклонником. Очень хорошо. Зарежь, Жорден, какие слова вы говорите? Молчите, дорогой проходимец. Я не понимаю, что это такое? Во-первых, этот обед дали я, не господин Жорден. Да, конечно. Да, сударыня. Что с вами случилось? Что? Что? Что, сударыня? Сударыня. А вот вам, сударыня, не стыдно ли врываться в чужой семейный дом? Боже мой! Что она мне говорит? Дорант, сию же минуту уведите меня отсюда. Стыдитесь, сударыня. Убит, зарезан. Убирать стол, сударь. Убери и ее, и стол, все убери. Боже, какое счастье, что их унесло из дома. Боже, Софи, что занес. Боже. Стыдно людям на глаза показаться. Философией что ли заняться? Замечательный человек этот Панкрас. Утешительный человек. А философия – великая вещь. А в самом деле, может быть, никакого скандала и не было, а мне только показалось, надо будет себе это внушить. Не было скандала, не было скандала. Не веселит меня эта философия. Брендуан! Слушаю, сударь. От тебя еще скучнее. Сударь-то о вас какой-то турок спрашивает. Турок? Откуда может быть, уж не пьяный? Откуда может быть турок? Не могу знать, откуда турок. Ну, проси его сюда. Сударь, я не знаю, имею ли я честь быть вам известным, сударь? Нет, сударь. А я знавал вас, сударь, вот таким крошкой. Что вы говорите? Да, сударь. Я был знаком с вашим батюшкой. Был в большой дружбе. Покойник был настоящий дворянин. Вы говорите, он был дворянин? Вы не ошибаетесь? Не поддельный дворянин. Вы меня радуете, сударь. Прошу вас покорнейше, садитесь. Вы меня просто воскрешаете. Да, сударь. Я прибыл к вам, чтобы сообщить важную новость, весть. В Париж прибыл сын турецкого султана. Я ничего не знал об этом. Вот видите? Но еще хочу вам сообщить, сударь, что мой хозяин... Что я являюсь переводчиком его высочества. Что я являюсь переводчиком его высочества. Садитесь, сударь, садитесь, без церемонии. А еще хочу сообщить вам, что его высочество влюблен в вашу дочь. Ага. Что? Когда? А где же он ее видел? Случайно на улице, сударь. Да это не важно, где он ее видел. Важно то, что он влюблен в нее и хочет стать вашим зятем, сударь. Я потрясен. Сегодня утром я заговорил. Что? Сегодня утром я заговорил. А, да, конечно. Сегодня утром я заговорил с его высочеством. Как он мне говорит? Не там сам адреский дымца, у джира у джиха ласи. Сарит и сети робот с чиньва.
А потом приказывает мне, сейчас же поезжай к господину Журдену. Так и сказал. Так и сказал. Именно этими словами, сударь. Именно этими словами. Вот бы моего родителя за то, что он меня не выучил по-турецки. Ну как вам это нравится? Сын турецкого султана! Признаться вам сказать, господин переводчик, я немножко подзабыл турецкий язык. Наполовину-то я понял, но ну вот... Не беспокойтесь, сейчас вам переведу. Это означает, видел ли ты прекраснейшую из девушек дочь парижского Дарианина Журдена? А потом приказывает, сейчас же поезжай к нему и проси ее руки у него. И скажи, что я жалую его чином... Мамамуши! Мамамуши? Возможно. А что такое мамамуши? Мамамуши? Камергер, сударь! Ай-яй-яй! Но этого мало. Но этого мало! Принц сейчас сам приедет сюда. Быть не может. Я... Впрочем... Впрочем, может быть, вы... Против этого брака! Господин переводчик, разве я смею? Но вы знаете, моя дочь сумасбродная Люсин, она влюблена в некоего Клеонта, а она упряма, признаюсь вам, и я боюсь... Не бойтесь, сударь, не беспокойтесь. Лишь только она взглянет на принца, все станет на свои места. Мало того, и готовьтесь, его высочество сам приедет сюда, он скоро будет. О, посторонние, как неприятно. Здравствуйте, сударь. Коллега Комбатон? Виноват. Амбасу? Вы не говорите по-французски. Где-то я видел... Мой не понимает. Да, где-то я его видела. Ага, вы турок. Турок, турок, только отвяжись. Ой, микоси? Какой микоси ты, корме? Сударь, прошу вас, не выдавайте нас. Да? Да. Ага, да что же это за карнавал такой? Сударь, не выдавайте нас. Просто мой хозяин Клеон хочет жениться... На Люсиль Журден. Так, понятно. Явится сюда в качестве турецкого. И сейчас он сюда явится в качестве турецкого принца. И что? Это, конечно, ты. Ну, ты, конечно, же. Не скрой, сударь. Я. А, зачем? Затем, чтобы не выдаешь свою Люсиль за него, поскольку тот, видите ли, Клеон незнатного роду. Ага, понятно. Ну, я надеюсь, сударь, что вы... Я надеюсь, сударь, что вы... Ага, я забыл, кажется, дома кошелек. Господи, и сколько же в нем было? Ну, так где-то 20 пистолей. Сударь, прошу вас взять у меня взаймы 20 пистолей. Да. А, кстати, как ты думаешь, может быть, мне пригласить маркизу Дормен на эту комедию посмотреть? А чего просто пригласить? Пусть посмеется. Хорошо. Никасу. Все ли в порядке, господин переводчик? О, да, сударь, все в порядке. А, вот и сударь. Его высочество. Его высочество? Акибарак, акибабуй, салам алейхи. Господин переводчик, на помощь! Это означает, да цветет ваше сердце, подобно пышному розовому кусту в течение всего года! Покорнейший слуга его высочества! Йок Базамаран! Да не спошлет вам небо, силу льва и мудрость змеи! От всей души желаю его высочеству того же! Бермен. Бермен. Что значит Бермен?
Бельмен это означает, сударь, что он хочет сейчас же увидеться с вашей дочерью и немедленно с нею заключить брак. Все. И все это в двух словах. Бельмен. Замечательный язык. Гораздо лучше нашего. Ах, вот и гости. Добрый день, госпожа Руден. Я надеюсь, вы не будете против присутствия здесь маркиза. Я весьма рад, маркиз. Я рад, маркиза, что отвратительная выходка моей супруги не помешала вам вновь войти в мой дом. О, это пустяки, о которых я давно уже забыла. Поздравляю вас, господин Журден, с вашим новым саном. Дас, камергер, сударыня. Зовите невесту. Да, за невестой бы послать. Веду, где же Люсиль? Я ее веду, сударь, но она упирается. Ох, так я и знал, ох, темные люди. Вот она, сударь. Коригер комбато. Это значит по-турецки, что ты сейчас будешь обвенчана с его высочеством, принцем турецким. Караул! Брендуан! Брендуан, держи ее! Она выдирается? Что ты делаешь, дура? Ваше высочество, не обращайте внимания, Бельмен. Добрые люди, спасите меня! Виноват. Здесь свадьба. Меня пригласили. Я нотариус. Здесь, пожалуйста, пожалуйста. Проходите, садитесь, господин. Пожалуйста. Ну что ж, нотариус? Брендуан! Я изнемогаю. Такая здоровая. Простите, я положу. Хорошая свадьба. Простите, я никогда не видел такой свадьбы. Это же, здесь же драка. Какая же это свадьба? Сейчас драка. Ничего. Сейчас драка, а потом свадьба будет. Сударыня, прошу вас, не уходите никуда. Пожалуйста. Сударыня, взгляните в лицо принцу. Что вы делаете? Что? Никогда в жизни я не видел такой свадьбы. Никогда в жизни я не видел такой свадьбы. Она же не хочет. Нельзя же насильно. Ничего. Да взгляните же вы на меня, я ведь ковье. Да взгляните же вы на меня, я ведь ковье. Что? Ковье! Тише, гляньте в лицо принцу. Это Клеонт. А! Люсиль! Что делаю с моей барышней? Гараул, не отдам ее! Поразительная свадьба. Займись, сумасшедшая. Я Клеон, а он Гавье. Наоборот. Соглашайтесь, сударыня, соглашайтесь. Отец, я согласна. Ну вот, она согласна, Ваше Величество. Словом, все в порядке. Бэймэн. Вот самый главный ужас. Здравствуй, жена. Да не спошлет тебе небо мудрость льва змея. Чувствую, что не то говорю. Заклинаю тебя, уйди. Ты что еще затеял? Погубить свою дочь? Брендуан, зови сюда полицию. Нет, свадьба в полиции, я не участвую. Прошу вас, не уходите, пожалуйста. Сейчас все уладится. Сейчас драка, а потом свадьба будет. Садитесь. Сударыня, посмотрите на лицо. Сударыня, посмотрите на мое лицо. Летя же ко мне!
Нет, из-за того и любопытства остаюсь. Сюда. Господин Жордей, среди философов Парижа, среди простого населения, распространился слух о счастливом событии в вашем доме. Позвольте вас поздравить. Что поздравить? Знаете, что случилось? Ну? Эта фурия дала плюху переводчику турецкого султана. Сударыня, прежде чем бить по этому лицу, вы гляньте в это лицо. Дети я, Кавьер, а он Журтен. Ваше Высочество, не спасла ли небо мудрость? Вот я. Господин Харьков, заполняйте. Да, действительно, ну, как бы само собой, да. Порядок. Первый. Имена врачующихся. Господин сын турецкого султана с одной стороны. Какого султана? Пошутил, пишите. Люсиль Жорден с одной стороны и Клеон с другой стороны. Второй контракт. Слуга Кавьель, служанка Николь. Да, сударь, я влюблен в вашу служанку Николь. Что вы делаете? Это стерва. Если уж вам так приспичило, то женитесь на моей жене. Славно вы зажили в Турции. Ни в коем случае, сударь, не смею лишать вас такого счастья. Ваше дело, сударь. Господа, не желает ли кто-нибудь из вас жениться на моей супруге? Я ей дам развод, благо нотариус здесь. А? Господин философ, вам не угодно? Вам будет все равно казаться только, что вы на ней женаты. Зачем же, господин Жорден? Пусть будет это продолжать казаться вам. Эх, заодно. Дормена, вы согласны? Согласны, милый Дорен. Запишите. Как же так? Вы, она, мое кольцо. Что вы, господин Жорден, вы такой богатый человек. Будете переживать из-за такого пустяка, пусть это будет подарок моей милой супруге. Бэрмен. Ну вот и пришло все к счастливому концу. Сударь! Сударь, простите нас за то, что для того, чтобы соединить наши влюбленные сердца, мы вынуждены были прибегнуть к маскарадному обману. Да, я Клеон. Но я думаю, что при виде счастливого лица вашей дочери вы примиритесь с нами. Что такое? Не верю ничему, не верю никому. Поздравляю вас, господин Журкен. Прозревай же скорее, мой дорогой муженек, и мы снова с тобой заживем мило и счастливо, как жили до твоих сумасбродств. Отец, я счастлива. Нет, все на свете обман. Я действительно, кажется, схожу с ума. Держите меня. Успокойтесь. Философа ко мне. Пусть он, единственный мой друг, утешит меня. Господин Панкрас, скажите мне что-нибудь приятное. С удовольствием, господин Жорден. Скажем приятное? Скажем что-нибудь приятное? Спектакль окончен! Теперь, надеюсь,
уж никто меня не остановит. Закончен благодарение небесам. Закончен день, огни погасли. Идем же в старую голубятню, где ждет меня любимое, душистое, мускатное венцо.